Вот поставь именно кулак. Вот смотри, вот есть обратная ситуация. У меня, чтобы кулак встал косточкой, чтобы я воткнул кулак крепко, у меня плечо должно вот это вкрутиться, если я кулак, если у меня сжатая здесь вот эта часть, понимаешь? У меня вот здесь подгибается, не за счет того, что я вот тут согнул, а за счет того, что плечевой переворот произошел. Понимаешь? Вот теперь забудь про эти плечи, пятки. Бери просто, вот, просто и туда вот кулак вставить. Попробуй. Косточкой. А ты что отклоняешься? Без спины. Вот именно как будто кулаком. Во-во-во. Во. Ударь останется. Вот смотри, у тебя не подвернулся кулак. Ты пальцами опять ударил. Почему? Потому что вот даже прямая рука у тебя. Знаешь, ты сделал вот это, ты пошел вот туда движение. Ты уже стоишь, левая нога боком. Ты уже стоишь на дистанции, смотри. Вот фактически это средняя дистанция. Вот, это средняя дистанция, это не дальняя. Ты достаешь. И ты вот фактически, опусти даже эту руку, пускай с собой. Вот просто берешь кулачком в колени, без пяток, без всего. Зажми кулак, не разворачивая спину. Берешь вот кулачок один туда, да. Посмотри, еще сколько ты мог ударить. Не наклоняя спину, не наклоняя спину, а туда обогнав плечо. Да, ну только падает плечо. Стой прямо-то, что ты в таз убрал? Вот ты стоишь. Тут куда? Во-во-во, не крути ноги. Не крути, сверху вниз кого. Ударь останься. Расслабь локоть, расслабь. Смотри, сколько еще плечо могло войти. Еще сколько плечо могло дойти. Знаешь? Что? Нужно вот так вот остаться. Оказаться вот так надо. Ударь останься, как ты бил, прямая рука. Во! Понимаешь, когда, если у тебя рука прямая, ты не можешь сказать, насколько ты пробил эту стенку. Правильно же? Глазомер видит, что у тебя достает кулак. И тогда что? Он берет и твое тело остановил. Плечо, пятку, бедро. А это что? Это твое тело, это твоя масса. Масса – это составляющая силы удара. То есть ты берешь и остановил свой корпус, и в итоге что сделал? Вот у тебя, посмотри, пятка, плечо пошло, и вдруг ты видишь, что ты достаешь. И ты остановился здесь. И ударил только одной кистью. Туда закатывается. Во-во-во, прямо вперед. Как бы, а теперь вот держи глазками кулак, веди глазами кулак, опусти плечи. Как бы глазками кулак ведешь. Не садись, а без ног, одними кулаками. Держи вот глазами как бы, цель, как бы глазками веди кулачок в цель. Ты видишь кулак? Да. Давай. Во-во, куда? Кулачок. Во! Вот перед собой, не задирая плечо, оно само перевернется. Вкручивай. Забудь про вот эту часть руки, у тебя есть плечо и кулак. Давай. Вот отсюда бей. Вообще движения вперед не делай. Давай со мной. Со мной давай. Смотри. О! Вот туда. Оп, вниз. Не гнись, а перевернись. Во-во-во-во-во. Кулак перед собой. Веди глазками. Переворачивайся сразу. Опа. Да, да, вот поставь его косточкой, крути. А теперь медленно это сделай. Видишь, смотри, ты заметишь, что ты сейчас сделал? Вот так пошла у тебя рука. А должна была сразу пойти. Во-во-во-во-во. Медленно. Во. Вот сейчас было. Да, вот туда. Не разворачивай спину. Не разворачивай. Вот специально не крути спину. Ты развернешься за счет плеча. Во. Вставляй. Кулак перед собой. Да, да, да. Что-то не то я чувствую. А? Что-то не то я чувствую. А что ты чувствуешь? Ну, как-то неестественно. Непривычно. Да? А теперь удари его сюда, на мешок туда. Бей. Ударь останься. Ударь. Кулак перед собой веди. Ударь останься. Сильнее, пробей его. Стоять. Ну, ударь останься, говорю же. Стой, стой. Выпрями колени. Выпрями ноги. Во. Посмотри. Тебя твой мешок сейчас, видишь, назад толкает, ты падаешь. Тебя твой же мешок. А это что? Действие равно противодействию. С
какой силой ты ударишь мешок, он с такой силой у тебя идет обратно, правильно, действие? И когда ты воткнул туда плечо и кулак, вот эта арочка появилась, она гасит обратное действие. Ты не доработал с плечом, смотри. Меня мой же удар, бам, я плечо не доставил. У меня арки здесь не получилось. Посмотри, я удержал мешок этим ударом. Я его еще и пробил. Да. Мне не важно, какое расстояние, понимаешь? Длиннее, стану длиннее. Бах, туда. Закатывать. Оп, туда. Вкатывать. Но туда, плечом. Плечо остановится тогда, когда кулак остановится. А не раньше кулака. Вот этот момент я хочу тебе донести. Еще раз попробуй. Не надо сильно, не надо быстро. Правую ногу правее поставь. А, смотри, смотри, что ты сделал. Ты взял и корпусом вот туда полез. Я тебе говорю, зачем кулак поставь? Веди плечом, глазами кулак. А зачем ты корпусом делаешь вперед движение? Я плечом стараюсь. А плечом как ты делаешь? Вот он-то и делает, ты спиной делаешь. Ты берешь и вот здесь разворачиваешься. Хотя дистанция тебе позволяет, причем плечо должно сразу просто пойти, посмотри, оно что делает. Вот и все. Не разворачивайся здесь, а вот здесь перевались. Да не делай движение наклона вперед, ты хорошо все у тебя понимаешь. Плечико, опа, вот туда, во, выкручивай. Вот он ты. Оп, вниз плечо. Во, бей. Во-во-во-во, кулак перед собой. Да. Веди глазками кулак. Воткни косточкой кулак. Перед собой кулак. Кулак веди. Бей уже кулаком. Пошел. Вот, плечо, кулак одновременно. Молодец. Во. Так удобно? Во. Вот, мумница. Во. Почти. Оп, и вверх. Не наклоняйся. Там путь на правой ноге. Бей. Кулак ближе внутрь. Он вот отсюда, вот он внутри тебя находится. Бей. Во. Во. Отлично. Время. Вот момент. Почувствовал немножко? Да. Молодец. За счет чего правый прямой максимально далеко идет? За счет чего его максимально длинным делать? За счет того, что выпрямляешься на ногах? Ну, это достать как там можно все вкупе. Чтобы и баланс при этом не теряет. Когда хочется как можно дальше достать, за счет чего? Там вкупе все. Самое длинное действие удар, но у тебя какое будет? Вот смотри, вот я стою, да, вот. Смотри. Да? Крутил плечо? Да. Могу еще сильнее? Да. Могу еще пятку бедром? Правильно? Да. Вот максимально, что может... Остановись, пожалуйста. Максимально, что может сделать твое плечо, кулак, тело, граница, опора. Вот видишь, у меня плечо висит над носочком ноги. Да. Вот сейчас у меня вся масса ушла на левую ногу. Это максимально длинное движение, которое возможно сделать моим ударом. Естественно, мы говорим про удар на месте. И наклоняюсь, врач, за счет плеча догоняю. Но если у меня, если я просто потянусь... Это плечо за носок ушло? Да. Я на плечо, 90 градусов, опора плеча перевернулась, 90 градусов нога. Вот это такая база, это что может сделать? Тух стал. Или просто, ну, даже, вот это плечевой корпус, он тебе может даже как помогает, даже без ноги, да? Тан-тан, бам, что-то. То есть я сейчас сделал обратное движение. Я что сделал? Сейчас мы стоим, я тебе показывал от ноги действие, а можно сделать наоборот. Есть такой падающий удар, да, такой, да, сюда, падаю на ногу. Но в любом случае и вращение. Не переходит за носок. Ну, конечно же, это граница, это опора твоя. Если ты уйдешь туда, ты, если не упадешь, тебе придется останавливаться и обратно себя таскать. А здесь ты, бам, ты уже готов дальше бить. Ты уже зарядил левое положение. Ты уже левую ногу зарядил. Не ногой, а пошел и тут дорабатывать, конечно же. Все, Владика, собрались.